Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Хейлер. Я приветствую вас на канале Хейлер Вижн. И сегодня мы будем играть в такую интересную игрушку, которая называется Hunterland, Orc Lord. Такая интересная игрушка, которая не может похвастаться суперской графикой, хоть она и 2009 года выпуска. Ну, достаточно хорошая графика тогда была уже, но тут хуже. Но в чем ее фишка? Фишка ее в том, что... Это микс RPG и стратегии.
Вот, вы видите, да, мы загрузились и сейчас. Так, районы. Давайте посмотрим. Я уже ушел вообще в другой район. Ну сейчас я вот с этим разберусь. Ох, он меня еще и оглушил. Ахахах. Надо хп-шечку пополнить. Так, оп, еще немножко пополним. И все. Смотрите, какой он резвый парень. Я лучше отступлю в эту битву. Выпукаю я в город. И пока нужно приютить у себя вот этого пастуха хотя бы. Чтоб он мне уже пищу приносил. Что-то я тупанул и забыл. Вообще куда шел? Районы. Так, вот. Пока тут только одно здание. Скоро их будет больше. Так. Успокойся ты. Так. Ты, чувачок, построй дом для... Вот, видите? И строим мы ему дом, как бы. Бам. Все, и он пошел работать. Видите, зарабатывает нам пищу. Две в пище производится в день. Два потребляется в день. То есть мы потребляем столько, сколько производим. У орков какой минус, когда играешь за орков? Орки жрут много. И каждый орк ест по два. И там приходится бывать. Зато орков, когда ты... Ну, убиваешь противников... Ты можешь с них мясо со всех собирать. И то есть очень легко добывать пищу за орков. Ну, это такие легкие боссы. Ой, боссы. Ну, противники. Вот, видите, вражеские налетчики. Все, я зачистил. Нужно быстрее бежать на базу. Так, это не то. Вот туда. Пока на нее не напали налетчики. Вон, видите, они уже идут. А, гоблины. Гоблин маг. Вот, уворачиваться может, то есть. Ах, скотина. Все. Минусанули мы его. Собираем. Нападение отражено. Так, ржавый короткий меч мы закинем в инвентарь города. Так, и давайте. Так, чтобы выбрать. Выберем себе здоровье. Проворный. Находчивый. Давайте находчивый возьмем. Так. Рекламировать. Отлично. Пришел крестьянин, она построит трактир в нашем городе. Что будет привлекать новых. И тем более новых поселенцев и без трактира, тем более нельзя. Короче, некоторых нанимать чуваков. Они там требования выдвигают. Они скажут, типа, если в городе нет трактира, то они не будут жить в нем. Районы. Так, вот, по сюда мы пойдем. Вот этих ребят сейчас разобьем. Вот сюда. О, это пауки, первый раз вижу пауков, это я. Хотя играл уже, ну, нет, пауков точно играл. Все бежали сюда прям. Надо немножко, чтобы они... Ну, немножечко хотя бы расстались друг с дружкой. А, блин. Срочно надо нафармить деньжат. Так, сейчас они отступят. Да ты, блин, олень. Пищи прям мало-мало осталось уже. Сейчас могу проиграть в самом начале игры. ХПшечка пополняйся. ХПшечка пополняйся. Вы чего? Вы куда, ребят? А, паук тут за мной пришел. Ну, благо в городе мне ХПшечка пополняется потихонечку. Че, их даже обыскать нельзя? Ничего себе, говно какое. Блин, нужно быстрее, пищи у нас мало осталось. Три потребля... А, нет, все нормально, все ровненько. Пугает меня еще. Три потребляется, где три производится. Че вы волнуетесь? Так, все, надо убегать. Опять в город. Чтобы ХП-шку пополнить. А потом снова назад.
Ну, крестьянку, конечно, это надо нанять, фермера. О, горы. О, вот эту чуиху бы классно было нанять, но пока нельзя. Пока мои возможно. О, вот, отлично, все. Построить дом. Отлично. Оп, фермер у нас есть. Теперь мы производим достаточно пищи вполне. 5 производим, 4 потребляет. Все хорошо. Так, все, до свидания, паучок. Че, с него ничего тоже ничего не падает? О, мотыга, это хорошо, пойду вернусь в город. Мотыга увеличивает, даешь ее фермеру, и он больше собирает пищи. Ну, заодно и хпшку себе пополню. Потому что без нее как-то уж совсем тоскливо. Так. Где мой фермер там? Вот он. Передаем ей мотыгу. Все. Теперь больше пищи будет добывать. Давайте пополним ХП до конца. Чтобы уж не было совсем нам тоскливо. О, и пойдем копить денежки. Ладно, все, в принципе, достаточно уже пополнили. Бежим убивать пауков дальше. Прям умирают очень даже быстро. Это на толпу пауков тяжело накидываться, а если их немного, то это довольно легко. Отлично. О, ну этот парень нам пока не нужен. Вот пока достаточно тысячи. О, сундучок, это хорошо. Так, берем монетки. Сундучок. Малое кольцо силы, это нам пригодится. Это мы вставляем сюда, дает плюс один к атаке. Так, кинжал. Очень быстрое. Медленное. Глушение врага. Давайте лучше возьмем очень быстрый кинжал, чем медленный молот. Как он смешно смотрится в его руках. Не руки, а ласты прям какие-то. Так, железо. Отлично, мы достали железо. Потом для прокачки... короче, для ремесленников это потом будет нужно. Так, а пока побежали вон туда. Мало еды. Как мало еды? Вечно вот они вот так пугают, прям бесит. Хотя все нормально. О, прикол зомби, я тоже первый раз вижу. Зомби, скелетов. Отлично. Так, и последний остался. Ну, не последний, еще и второй. И, в принципе, мы неплохо так разбираем. Овес, вот тоже хорошо. У нас теперь два молота. Когда у нас в городе будет торговец, это вообще все будет уже круто. Мы сможем им все это продавать. Не знаю, сможем ли мы справиться. Кто там? Скелет. Да, справились. Как видите. Все, надо возвращаться в город, пополнять свое ХП. Потому что уже тяжко. 40 очков славы, а общепризнанные. Это хорошо пока, пока это нормально. Так, овес надо отдать этому чувачку. Так. А, забыл, да, точно здесь. Так, это перекинем пока сюда, это сюда. Так. И давайте улучшим. Так, аванпост улучшить до поместья за 20 золотых, да. Хорошо. Все, у нас есть 23 золотых еще. И мы можем, насколько я помню, прокачать ферму до большой фермы. Да, вот, 13 золотых. Теперь она производит куда больше пищи. Так, сколько у нас теперь ее? 8,5 производим, 4 потребляем. Так, пошлите. А, я не туда зашел. Зашел сюда. Давайте уж по карте ориентироваться, чтобы опять не забрести куда-нибудь не туда. Все, вот, да, мы здесь.
О, это лаги, это хорошо. Так, гоблинов убивать вообще не представляет никакого труда. Насобирали, и все, идем дальше. Так, последний вот здесь мы не очистили, и вот этот первый круг будет закончен вокруг нашего поселения. Так, вот он. Вот, точнее, они, эти ребятки. О, это гоблины. Но они в броне, так что не такие же, они личные. Они тяжелые довольно-таки, так что надо убегать. Вообще, ХП прям на волоске висит. И надо убегать от них побыстрее. Все, я от них убежал. 0-2. Почти убили меня эти ребята. Своими действиями убили. Так. Ждем, пока пополнится хпшечка. Двадцать. Так, поместье. Так, это все написано. 100 золотых, потому что получили умение. Блин, к нам уже идут. Чувачки, я не знаю, смогу ли я от них обороняться, не смогу ли я от них обороняться. Поэтому, если чё, чувачок, ты мне поможешь. Ты не будешь избегать, ты будешь сражаться. Это я тебе отвечаю. Это тебе гарантированно. Вот они идут, эти ребятки уже. Кто, я не знаю, там. Гоблины те же самые идут. Так, давай, где мой помощник, любимый? Где мой любимый помощник? Где помощник? Твою мать. Наконец-то я нашел. Так, все, мы потеряли нашего. Нет! Нет, я тоже сдох. Мне за это славу сейчас дебафнут. Ну, пищи мы производим довольно-таки мало, но нам хватает пока. Если придет скотовод, мы выделим этот дом, чтобы по 100 раз не строить. Да, жаль этого парня. Отдал жить, так сказать. Нет. Да, отдал жизнь, так сказать, за свободу. И овес, и жизнь отдал, все отдал. Мантия подмастерья и золотишко. Не будем пока тратить деньги, будем их подкапливать чуть-чуть. О, вот. Чуть. Смотрите, какая хитрая, да, себе забрала его. Он мой. Не знаю, смогу ли я победить этих гоблинов. Это прям будет тяжко, я думаю. Потому что когда они толпой накидываются, то вообще это же скачут. Хоп-хоп-хоп. Надо их убегать. Жалко, нет у меня никакого лука. Было бы круто. Я просто их сейчас пострелял и все. Так, район. Давайте пойдем тогда вот сюда. У гоблинов еще ядовитое оружие, это будет тяжко. Чуть позже их убьем. Ох, меня оглушили. Но я все равно всех убил. Золото, молот. И еще золото. Так. Убьем этого. Ну что-то мне кажется, что меня сейчас убьют. Да, меня сейчас. Это явно. Так, Аня. Не убьет. Аграрий. Внимательный. Да, вот это нападет. Оп. Так, хорошо. Минус раз. Угу. Король отправил мне требования. Какое же требование? Получить доступ к дичи в вашем районе. О! Дичь это мы можем. Я практически профессионал по дичи. Особенно по ее втиранию. Гоблинский сок. Однако увеличивает скорость. А, снижает мой урон наносимый, но увеличивает скорость, с которой я его наношу.
Да, не очень. Рекламировать давайте. Новых привлечем. Так, пока тут нет никого из тех, кого... Ну, нет, есть, конечно, те некоторые, кто нам нужен. Вот, допустим, ремесленник, он нам очень нужен сейчас. Так. Ремесленник. Добро пожаловать. Так, производим 5, потребляем 5. Ой, производим 4. Производим 5, потребляем 4. Так вот. Это я хотел сказать. Так, можно прокачать? Нет, нельзя. Ну, тут драконью ферму точно нельзя прокачать. Так, 38 золотых или... как там? Фабрика лук, что-то такого. Районы. Пойдем за дичью. Ох, как я тут с паука-то ничего не собрал. Так, вот здесь, вот в этом районе дичь, и опять пауки. Не нужны? Ох ты, ах ты! Ничего себе, какой волосатенький. Давайте сначала убьем всех маленьких тогда. Там их два даже. А, не надо мне агрить, гигантский паук. Да, он ядовитый, так я и думал. А, край карты, тут край карты. Пою же, мам. Беги, 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 Форест. Гамп. Так, нормально. Рекламировать город. Рекламировать город проще, чем свой канал. Вот так вот. Так, нужно прибежать в город. Вот классно вот это сделано, мне нравится, потому что ты играешь за человека. И не за какую-то там верхнюю силу. Если твой персонаж не в городе, то ты не можешь ничего сделать. Кожаный шлем, скажу вам, чувак. Так, давай я тебе... Ты будешь моим теперь помощником в обороне города. Вот! То, что надо, но пока не надо. Так, вот. Селить уже имеющийся дом. Это хорошо. А теперь нам нужно будет идти к торговцу... Ой, к торговцу. Просто к месту, где есть дичь. Железо и камень мы можем производить. Ну все, побежали, значит. Добывать дичь. Для нашего короля. Ох, нет. Поторопился я немножко. Да, и к этому чуваку еще пару претензий. Хотя, нет, нормально, молот, нормальное оружие. Надеюсь, это опять-таки гоблины, а не что-нибудь страшное реально. Потому что если это что-нибудь реально страшное, то это плохо. Так, кто это, кто это? Блин, дофига гоблинов. Ну, в принципе, довольно-таки личное нападение. Нападение мы отразили. Оп. Нет. Что такое говорить? А, надо отдать овес нашему новому фермеру. Кожаную броню пока сюда положим. У нас еще один пришел чувак, но он нам не нужно рекламировать заново. Так, кто тут у нас пришел? Высший священник, фермер, рыбовщик. Давайте наймем фермера. Хотя нет, мы не будем никого нанимать, я подумал. Сейчас мы вот это сделаем кое-что сначала. До кузницы улучшим. Вот это уже классно, мне уже нравится. Теперь он делает реально клевые штуки, этот парень. Оружейная лавка, да, оружейная. Теперь классные реально штуки чувак будет делать, видите? Стальной кинжал, это уже круче, чем просто кинжал, который у нас. И мы его возьмем, конечно, когда он его сделает. Наше поселение работает на нас. Все как надо. Ну, сейчас мы убьем
паучков этих, там парочку ядовитых, и все. Ну или они нас убьют. Ну нет, мы их убьем вообще. А, нет, это не то. Я не туда смотрел. Все, давайте убегаем, потому что у нас сейчас салют, у нас еще яд мочит. Все, убегаем. А, гигантский паук. Гигантский паук. Убегаем в сторону города. Потому что он нас сейчас, скорее всего, убьет. И наймем пока этого чувачка. А, еще вот этот, как он, гостиницы производят 5 голды в день. Так, тебя мы наймем. Держи свой дом. Ага. 12 золотых накопим, мы его улучшим до большой фермы. И вообще не будем знать никаких забот и хлопот в плане еды. Да вообще во всех планах. Нет, во всех планах-то мы еще будем знать их. Нам еще дичь. Дичь надо добыть. Дичь. Вот, уж полчаса играем, оказывается. Вообще, незаметно пролетают в этой игре. Довольно-таки она чудненькая. Кому интересно, обязательно ее... Ну, спросите у меня, я вам скажу. Обязательно ее скачать. Очень классная игрушка. Давай, давай, убейся, убейся, скотина. Ну, ну. Почти. Да, я же дропнул. Так, золото, овес. Откуда-то у паука был овес. Видимо, он сначала подкармливает коровок, а потом сжирает их. Только волосатый. Я не люблю этих паучков, таких маленьких. Которые... Не маленьких, а вот этих больших с волосами. Фу, вообще какая гадость. Фу-фу-фу. Так, он там сделал стальной кинжал или еще? Нет, нет, еще не сделал. Стальной кинжал он все еще делает. Такая большая курица, нанял бы уже себе кого-нибудь. А тут тупишь, стоишь. Вот. О, вот, наконец, стальной кинжал 3-1, очень быстрое. Стальной кинжал. Изготавливать луки быстрее от охотника, чтобы вам терпим быстрее свежую добычу. Чё себе, прикольно. Ну нет, мне нужна самому такая штука. Все, мы сейчас выполним задание короля, добудем ему дичь. Беги, беги. Беги. Все. Гигантский паук. Наконец я пришел. У меня офигительный просто ножик. На 3 дэмэджа. Отлично. Еще можно только охотника еще я найму. Пусть он будет. Для приличия, во-первых. А во-вторых, у нас есть источник дичи. Почему бы не нанять охотника? Выполнить. Мы получили 25 славы. Все отлично, все легко. Ну, в общем, я показал вам все аспекты этой игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилась эта игра, обязательно ставьте лайки. И плюс в комментариях пишите, если вам понравилась эта игра, обязательно пишите плюс, чтобы я знал, снимать нее дальше или нет. Если вам не понравилось, так напишите «не понравилось», напишите «минус». Вражеские налетчики. Ну, давайте отразим нападение и закончим. Так дорого стоит гробовщик. 101 голду. О, торговец пришел в город. О, да, я вспомнил, что хотел. Сейчас побырик. Как раз налетчики набегут. Отлично. Все, все разбегают. Вон они откуда бегут. Кто там? Кто такие? А, нет. Били моего ремень.
наместника скоты. Пока я тут бегал, не успел ничего сделать. Прости меня, мой ремесленник, я буду искать нового заместо тебя. Второго уже крестьянина я грохнул. Печалька. А, у него же ржавый молот, что ли, был, блин. Бламиндус. Ну все, с вами был Хеллер, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.